Итак, здравствуйте, дорогие интернет-зрители, с вами снова Скудер, и мы продолжаем проходить Need for Speed 4 High Stakes для первой PlayStation. Ну и в прошлой серии мы с вами закончили Суперкубок Porsche, и нельзя сказать, чтобы феерично, но все-таки на второй позиции. Ладно, пока в принципе достаточно, я думаю, этого, но... Все-таки кошечки на душе шкребутся, да? Скребутся. Ну ладно. Это пока в прошлом. А в этой серии мы с вами проедемся на вот этом чемпионате супергонки на выживание. Это опять будет у нас нокаут-система. Опять последний будет выбывать здесь. Так, давайте прочтем, в чем тут фишечка. Эти гонки бросают вызов на выживание на открытых дорогах. Только рейсеры с железными я... В смысле, нервами, имеют шанс на победу. А, ну, в общем, с железными нервами надо быть. Я этим похвастаться не могу. Но, надеюсь, будет удача нам сопутствовать. Здесь всего 20 тысяч. Входной гонорар. Почему-то. Хотя, в принципе, тут и заработок меньше, чем в предыдущем чемпионате. Так... Ага, три трассы всего-то, всего-навсего будет. Направление назад и отражение еще. Ну, я думал, если честно, к последним чемпионатам тут будет сложнее. Что будет все там включено, и ночная, и назад, и отражение, и все-все-все там. Ветер, ураган. Но нет. Так, давайте-ка возьмем, я возьму свою любимую тачку. Ну, ничего не могу, в общем, с собой поделать. Проедемся, так как здесь на любой тачке можно. Возьмем Corvette. Corvette. И поедем на нем. Ну что же, надеюсь, нам удача будет благоволить. Так, здесь нокаут-система будет. А вот интересно, сколько здесь участников. О, здесь четверо всего. Четверо участников, и значит, блин, здесь будет опять эти сумасшедшие психи на дороге. Просто абсолютные неадекваты участвовать с нами в гонке. И надо быть прям начеку. Потому что... Вот такие вот могут быть происшествия. О, неужели не я впилился в первом, блин, повороте, а кто-то? Это прямо... Нежданчик был большущий. Так, 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 тихо, 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 тихо. Неадекваты полнейшие. Я говорю, едьте ровно, блин. Не трогайте вообще ничего. Я сам обрулю, если надо будет. Зачем здесь шкивать вот это вот влево-вправо? Чё за идиотизм? А почему у меня стекло заднее разбито? Я же... Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Вот. О чем я и говорю? Обо что я, блин, разбился? Неужели я впилился в того, кто кувырок-то сделал? Ай-яй-яй-яй-яй! Вот и сальтуха моя на очереди, блин. Ай-яй-яй, как нехорошо, а? Так, и вот кто-то уже преследует. Упыренок догнал. Блин, тяжко, 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 ребятки. С такими неадекватами. Но сегодня, видимо, опять день открытых дверей в психушке. И все те, кто сейчас едут вместе с нами по трассе, они думают, что они, ну, не знаю, там, Шумахеры, Алонсо и прочее, прочее. Хотя едут просто на ведрах. Пытаются подрезать с ручником, что-то тут вытворять такое неадекватное. Надо быть втройне начеку просто. Такой ситуации. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Обалдеть. Так, едьте прямо. Я вас просто заклинаю. Не трогайте руль вообще. Не надо маневров никаких. Так, это кто? Это Корвет, да? Догнали. Ох. Я уж думал, псих едет так быстро. Разогнался. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Кошмарики. Я их просто боюсь.
честное слово. О, вот это да! Ё-моё! Меж двух огней, меж двух деревьев. Кошмарики. Пошел вон. Вот это да. Не... И ты еще и хочешь сказать, ты скорость не потерял? Да ладно. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Да выруливай ты, блин. Еще его и несет. Я сейчас еще ему и проиграю. Кто это? Кузя. Пошел вон. Жужжит справа. Блин. Я думал, на корвете более расслабленно получится проехать. Черта с два. О-о-о! Такой напряг прет вообще. Жесткий просто. Неадекваты. Блин, нифига как лидер оторвался. Он там... Да ну нафиг! Да как так... Знают, где эту дрянь поставить. Все тут просчитано. Из ниоткуда вырастают препятствия просто. Так, Кузя, я смотрю, ты не так уж сильно и оторвался. Но, в принципе, здесь так как нокаут-система, фиг бы с ним. Ладно, главное приехать не последним. Главное еще разок не впилиться. Ну, вы сами, я надеюсь, понимаете, что тут... Не, напряжно, конечно. Что тут не обязательно приехать там первым пока. Тем более здесь, я помню, за первое место тут вообще какие-то копейки дают. Тут основной выигрыш как бы в чемпионате вот за первое место дадут. Фу! Вы бы знали, как я ждал сейчас финиша. Ух. Даже вклинило механизм правой фары. Обалдеть, 2.12. Лучше круга. Гриша, видать, чисто смог проехать. Но он сам псих, наверное. И поэтому псих психа понимает. И едет. Так, кто там? Егор исключен. Ладно, мы в тройке. Вот так вот. А, нет, смотрите-ка. 4000 дали за второе место. Ну, на 9000 мы разбомбили свой корвет. Да. Ой, Дюрхамрод. Ух ты, вы гляньте-ка. Вперед, и все отключено. Странно. Это вообще не похоже на них. С каждым разом, по идее, условия все сложнее становились до этого. Но сейчас что-то... Что-то они сбавили обороты давления психологического. Так. Фу. Так, как-то я аварийку-то забыл включить. Так, кто у нас Гриня? Да что тут происходит-то вообще такое? Ой, блин, тут автобусы будут. Автобусы. Да как это ты так пролез-то, а? Я что, по встречке еду? Точно, блин, я по встречке. Здесь же левостороннее движение. Так, все, я последний, блин. Тут вообще уже надо предельно аккуратно ехать. Ага. И тут же впилился. Ну хорошо, что кувырка хоть не было. Так, все, одна фара уже потухла. А это уже минус 5 от скорости. Так. Ой-ой-ой, автобус. Надеюсь, хоть автобусные водители-то более адекватные. Так, Кузя, Кузя, ты мой извечный просто враг и соперник. Ай-яй-яй. О, хорошо. Видали, какую бочку сделали? Обалдеть. На колеса и просто продолжили, как будто ни в чем не бывало. Вот такие суровые рейсеры из России. Так, что у нас здесь? Ай-яй-яй-яй. Так, Кузя, Кузя, Кузя. Вау. Воу! Ой-ой-ой-ой-ой. Так. Тихо мне тут пибикаешь.
Тихо, 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 блин. Ну, Кузя, вот он, на расстоянии вытянутой руки. Да не на last place, а третья. Не зли меня, мужик. Ты всегда такой адекватный был. А сейчас начинаешь меня бесить. Диктора тоже подкупили. Это все психологическая борьба со мной. Сказать последнее место намного жестче, чем сказать ты на третьем месте. По сути, я на третьем месте. Пусть оно и последнее. В данном случае. Оу, и Гриня тут рядышком. Блин, все так рядышком. Все как обычно, на волоске просто. Пошел вон. Не подставляй мне свой глушитель. Не надо. Кузя. 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 Кузя! Ай-яй-яй! Ай-яй-яй! Пошел нахрен! Блин, это Егор был по-любому. Он пересел на эту каракатицу. Да, отлично. Он впилился в автобус. Вы гляньте. Отлично. Отлично. Так. Главное Кузю отвадить. Давай, 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 давай. Корвет, давай, жми на всю железку. Оу, я не заметил сейчас этого чувачка слева. Фу. Фу, вот это да. Вот это отомстил, да? Ну ладно. Ты-то вылетел, а я дальше прошел. Ох ты, а Гриня-то не на корвете, а на 550-й. Нифига себе. О, ладно. Где там будет у нас последнее сражение с Гриней? Один к одному. Кстати, а на прошлой трассе я даже в топ не попал, да? Настолько плохо проехал. Кошмар. Фу. Так, мне даже не верится. Вы гляньте, 1.28 здесь лучшее время на 911-м. Кошмарики, а я на 10 секунд проехал хуже. Так, ну, со второго места, но мы вышли дальше. Опять на девятку расколотили наш корвет. Но если мы сейчас выиграем, ха-ха. О, парк Индиак, вперед, но, блин, отражение. Это плохо. Ну, может, родные стены помогут, это все-таки родное Приморье будет. Ладно, последняя схватка. Самая, как всегда, сложная. С самым сумасшедшим соперником Гриня. Гриша. Гришуля. Гринуля. Ох ты, бок о бок, да. Ну просто эпично. Так. Это психологическая победа, захватить лидерство с начала гонки. Так, у нас левостороннее движение, хорошо. Точнее, правостороннее. Точнее, левостороннее. Фу ты, что-то я вообще запутался, блин. Встречки-то едут, да, во правой. Блин, это плохо, потому что отраженная трасса. А это опять неадекватные водилы эти. Блин, он жужжит прямо рядом со мной, вот. В идеале бы он сейчас впилился бы куда-нибудь, а? Ну хрен он впилится. О-о-о! Блин, у меня в мозгу все перепуталось. Я сейчас могу просто по ходу гонки забыть, где у нас встречка, а где попутка, блин. Так, надо не забывать, что мы на левостороннем участвуем. В левостороннем потоке. Я бы сказал, грязевом потоке. В этом неадекватнейшем. Автобусы. 207 на Владивосток. Ты же должен быть за нас. Подрежь этого психа. Но нет. Все против нас. Даже в родных стенах. Ну хотя бы не мешайте тогда. Ребята, не мешайте! Ай-яй-яй, как притесался очень нехорошо. Очень, просто нехорошо.
Да куда тебя несет-то, ё-моё? А как же родные стены-то, а? Нет, вот он, вы гляньте, он здесь, просто, нет, 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 я впереди остался, да? Да, я впереди, о! Ребята, у меня еще таких гонок вообще не было, никогда. Так, неужели он там впилился, а? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, худо-бедно. Так, это первый круг проехали. Че он сказал? Ты о чем вообще, мужик? О, нет! Давай раскочегаривай! Корвет, я знаю, ты можешь. Все свои там поршня раскочегаривай. На полную. Ё-моё. Меня после каждого такого косяка в такой пот жуткий бросает. А, ладно, по траве, хрен бы с ним. Тут уже не до лучших кругов, не до адекватной езды, все, я сам становлюсь психом. Нет! О! Я втиснулся, вы видели, как это было? Черт, я рассудок теряю, ребята. По ходу гонки я могу просто лишиться ума. Фу! У меня в глазах темнеет. Доехать бы до финиша. Я хочу пить, я хочу есть, я хочу просто выйти и подышать свежим воздухом, но нельзя. Фу, дыши, дыши глубже. Это я уже сам себе говорю. Просто дыши глубже. Мы... Так, нельзя, нельзя ничего говорить позитивного. Не сглазить. Мы просто едем прямо. Да? Ой-о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 й
Все против нас. О, чё это они здесь мутят такое? Ай-а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 й! Не перевернись, только не перевернись! Родной, дорогой корвет. У меня руки дрожат уже. Честное слово. Напряг полнейший, нервы аж звенят. Да ладно! Да, ребята, это вы бы знали, насколько это была напряженная гонка. 2.04, у него лучший круг, но в совокупности-то мы впереди. Столько было ошибок, столько столько было миликов просто на грани. Фу! Фу, вот это да. Насколько сложнее ехать с трафиком. Да еще с таким неадекватным. Фу, но мы победили. Мы сделали это, мы сдюжили. Улучшен. Я улучшен. Чем бы это ни значило. Но это значит на самом деле только одно. Что мы победили. Фу, давайте мне 75 тысяч. Золотой кубок, я пошел. The Gold Trophy. Вы завоевали золотой кубок на гонках на выживание на открытой дороге и заслужили звание победителя. Да, черт возьми, это так. Фу. Идите вы нафиг с такими гонками на открытой дороге. Честное слово. Это жесть. В гробу я их видал. Ух. Это были... Сколько там длится эта серия? Не знаю, минут, наверное, 15. Думаю, не больше, но... В гробу я видал. Это были худшие 15, блин, минут в моей жизни. Я посидел за эти 15 минут больше, чем за всю жизнь иной человек сидеет, 75-летний. Фух, а я за 15 минут. Кошмарики. О, ладно. Все, давайте на этом попрощаемся. Я пошел отдыхать. Я сейчас пойду спать, пить, есть. Не знаю. Фу. В общем, отдыхать. Недельный перерыв. Все, уеду в отпуск, блин, в Гагры.
Ладно, надеюсь, что вам понравилось вот этот вот напряг, что все-таки мы смогли сдюжить. Думаю, что за такую гоночку не стыдно и лайк получить. Вот, комментируйте, подписывайтесь. В общем, ну вы все сами знаете, что делать. Я пошел отдыхать. Все, с вами был очень уставший Скудер. Всем пока-пока и удачи. Увидимся в следующих видосиках.